Министерство здравоохранения Якутии при содействии Минздрава России проводит межрегиональную комплексную медицинскую экспедицию «Долгун-2017» в пятый раз. Проходит она по самым отдаленным и труднодоступным районам республики. В этом году в их число вошли Вилюйский и Жиганский. Подробности далее. С 25 по 30 марта медицинская экспедиция работает с населением Жиганского района, целью которого является комплексное медицинское обследование населения Вилюйского района, подверженных падению ступеней ракет Роскосмоса и отбора на высокотехнологическую специализированную медицинскую помощь детского населения Жиганского района. Это были какие-то коррекции существующих диагнозов, уже поставленных в городе Якутске или у вас в Жиганске. Поэтому я оцениваю как весьма хорошие. И для нас это удивительно. 13 специалистов экспедиции провели большую работу. Представили населению максимум информации по профилактике и ранней диагностике. Мотивировали граждан думать о своем здоровье. По итогам двухдневного осмотра в Жиганске врачи оценили состояние детей как удовлетворительное. Но пожелали больнице больше узких детских специалистов. Удалось посмотреть в Жиганске порядка 100 детей. Будем еще смотреть завтра. И много проблем, связанных с тем, что не хватает специалистов. Например, в больнице нет невролога. Думаю, что вскоре эта проблема решится. Обслуживание очень хорошее. Да, я получила массу ответов на свои вопросы. Врачи очень хорошо смотрели. Я своих детей показала. Данная экспедиция по традиции будет продолжена. И «Долгун-2017» в будущем пройдет по другим районам республики. Анна Петрова, НВК «Саха», Жиганск.